Недавно у нас были длинные выходные, и у меня появилась идея съездить в путешествие на автомобиле. И Света поддержала эту идею, мы решили съездить в Йеллоустоун национальный парк. Это 700 майлов от нас, больше 1000 километров в одну сторону. И эта поездка взяла у нас 5 дней, все прошло хорошо, мы получили много позитива и хороших воспоминаний. В Йеллоустоун нам хватило одного дня, чтобы посмотреть различные виды гейзеров. Они разные. Есть такие, где вот глина просто бурлит. Здесь уже что-то пыхтит из-под камня. Эта лужа кипит. А здесь мы уже можем видеть фонтан. А было вообще тихо-тихо, да? Вот разбушевался. Это мы пришли на представление. Есть такой интересный гейзер по-английски. Его называют Faithful. В переводе на русский это как верный служака. А его извержение происходит регулярно, где-то один раз в течение часа. И в визиторском центре можно посмотреть расписание, когда это будет происходить. И люди сходятся к этому времени. Пока он тихонько дымит, посмотрим, что будет дальше. Представление закончилось, люди расходятся. Конечно, здесь есть еще и другие гейзеры, другая красота, которую эти гейзеры создают. Вот такое озеро, которое имеет специфический цвет воды. А это вот скалы, которые окрашены в разные цвета, под ним стекает горячая вода. И вот здесь образовались такие террасы. Еще что мы хотели увидеть в этом парке, конечно, гуляющих бизонов. Мы их увидели, вот один из них. Здесь вот такая идиллия, взрослые маленькие бизоны. А это то, что мы не ожидали увидеть, это медведя возле дороги. Здесь собралось много людей, образовался автомобильный затор. Я вышел тоже поснимать. Это второй раз в жизни я вижу живого медведя в живой природе недалеко от себя.
Правда, вскоре подъехала полиция. Они начали просить людей, чтобы они расходились, разъезжались. Здесь есть также разные водопады, каньоны. Конечно, снимая на телефон, невозможно передать масштаб и величие природы, как все выглядит впечатляюще. Это вид из балкона нашей гостиницы. Она находится недалеко от этого парка. Конечно, в нашем путешествии мы имели позитив не только в парке, но мы много имели позитивных моментов в дороге, когда мы ехали сюда, обратно. И идея этого путешествия была в том, чтобы посмотреть другие штаты. Такие как Айдахо, мы проезжали Монтана, посмотреть восточную часть штата Вашингтон. Мы заезжали в небольшие города, расположенные в скалистых горах. Каждый из них имеет свою историю. Это мы в городе Бьют. Здесь есть старый карьер. Здесь 100 лет добывали медь. Сейчас этот карьер не работает, но он заполнен ядовитым озером. И там периодически звучит сирена, которая отпугивает птиц от этого озера. Потому что если птицы будут пить здесь воду, они погибнут. В маленьком городе Дир-Лоч есть музей-тюрьма. Сюда можно зайти и посмотреть, как выглядит тюремная жизнь. Рядом музей кукол и автомобильный музей. Автомобильный музей очень интересный, особенно экспонаты 20-х, 30-х, 40-х годов прошлого века. Можно видеть, насколько автомобильная промышленность Америки уже в то время была развита, и каждый автомобиль как произведение искусств. В городе Манзул мы наблюдали речной серфинг. Я вижу такое первый раз. Также мы были в городе Кордерлинг, может, я как-то произношу неправильно некоторые названия. Это курортный городок, раньше здесь была горнодобывающая промышленность, но сейчас на озере построили отели, сделали различные развлечения для приезжающих, и мы здесь останавливались в этом городе. Детей до 10 лет должен сопровождать взрослый. Эти объекты находятся в частной собственности, и пользователи берут на себя все риски. Можно было бы читать. Они говорят, хотите прочитать или прослушать? Я говорю, лучше прослушать. А вот мотоцикл. Классно, что я не отказалась. Я думала, какое-то просто будет что-то. У нас такое не делают. Надо отзывы написать. Это наш пикник при дороге, здесь речка течет, мы остановились, приготовили покушать, отдохнули. Монтана. Здесь мы отъехали от основной дороги на 7 майлов, километров на 10. Мы планировали здесь тоже отдохнуть, посмотреть горы.
немножечко пройтись. Здесь есть такая речка, красивый вид, тропинка по лесу. Но в интернете мы прочитали, что в этом месте можно встретить медведей. Мы уже встречали медведей в Йеллоустоуне, но там было не страшно, потому что там было много людей, а здесь мы были только одни. И я немножечко отошел вверх, а Света так и не отошла от машины. Ей везде виделся медведь. Погода везде была разная, где-то было холодно, ветрено. И мы были даже в пуховиках, вот город Moses Lake, очень тепло. Здесь люди купаются в озере, мы тоже остановились, побыли несколько часов здесь, наслаждались теплом. Слава Богу, за это путешествие было много хороших, позитивных моментов. Бог сохранил нас от аварий, поломок, болезней. Потому что дорога – это дорога, есть и позитив, есть и опасности, есть стрессовая ситуация. Но у нас был с собой наш антистресс, это борщ с салом, который мы кушали и обретали абсолютный покой. Слава Богу за это путешествие, и хотелось бы еще куда-то съездить, но если это Бог даст. А за это путешествие мы благодарим, это еще одна Его милость к нам, которую мы не заслужили, но любящий Бог, и Он богатый на всякие рода хорошие подарки. Слава Богу!